you <laughs> могиле будет написано я ниху... не смог приветствую всех дорогие друзья рад вас всех видеть с вами снова крюга тв и сегодня мы будем вести речь о таком интересном агрегате для игры и прокачки как м50 онтас с шестью орудиями эта машина уникальная и на самом деле для геймплея тоже вполне интересная. Просто, знаете, если вам не нравится M50 Onto, то вы не умеете его готовить. И на самом деле я тоже столкнулся с подобного рода проблемой. Постараюсь рассказать вам один... Абсолютно тривиальный лайфхак, как избежать этой неприятной участи и играть в свое удовольствие на данном аппарате. А определенно играть в удовольствие на нем можно. Это у нас машина находится на боевом рейтинге 6 и 7. Это нечто из разряда танкетки, легкого танка, хотя по факту по классификации это Сау, но мы все понимаем, что это маленькая, юркая машина по типу там Т114, Т92, Скорпиона вот прям похоже. М50 лишь в одном прям сильно выделяется. Это количество орудий, их 6, и это без откатки. Их можно встретить у нас в игре, но не в таком количестве на технике. И в целом это дает уникальности геймплею. Расположены они довольно своеобразно, прицел у них как бы общий, но, естественно, стреляют они с определенной поправкой на свое размещение, о которой чуть позже мы поговорим, как я начну перечислять все характеристики орудия. И самое главное, что нужно знать про эту пушку сразу и не уходя далеко от... Есть два типа боеприпасов. Выбирай, на какой сам сядешь, на какой мать посадишь. Так вот, есть кумулятивы, на которых я играл сначала и почему-то у меня заполыхала жопа. Мне было очень тяжело. Эти кумулятивы, а именно противотанковые гранаты, как на каких-нибудь БМПшках летят со скоростью 500 метров в секунду и пробивают 381 мм брони. То есть теоретически снаряд довольно неплохой, но у них довольно посредственный урон. И в принципе забрать технику с 3-4 попаданий это для них норма. А прицеливаться на Ондосе не всегда есть время и возможность. К тому же, опять же, нужно понимать, что на этой технике нужно брать своеобразную поправку. И есть второй тип боеприпасов. Вот есть эти кумулятивные противотанковые гранаты точеные, а есть абсолютно нормальный, наконец-то, БФС. Впервые в игре, по-моему, я встречаю действительно бронебойно-фугасный снаряд, который используется как основной, и меня на самом деле это сначала смутило, поэтому часть видеоряда вы будете видеть на кумулятивах. Я до конца не верил, но как только пересел и покатал определенное количество боев, осознал, что да, БФСы на данных 106 миллиметровых безоткатках это посланный свыше откуда-то тип боеприпасов. Пробивают они всего лишь 152 миллиметра брони. Скажете немного, а я отвечу, что для БФС это отличный показатель. Помимо этого, по наклонной броне пробитие только увеличивается. Под углом встречи в 60 градусов пробитие уже 171 мм. Помимо этого, у них похожая на кумулятива баллистика, не самая плохая, но стрелять на дистанцию свыше километра будет тяжеловато, а главное, у них великолепный урон — в тротиловом эквиваленте в этих снарядах 5 килограмм взрывчатки, но жахают они в разы интереснее, чем какие-нибудь снаряды нынешнего КВ-2. И действительно, ваншоты на них это абсолютная норма, в отличие от кумулятивов. При этом на них практически не нужно выцеливать. Главное не попасть в навесное оборудование какое-нибудь или экраны, и тогда урон по танку будет проходить отличный. Даже если вы попали в командирскую башенку или просто кинули на ВЛД, которое должно танковать под наклоном. Это абсолютно не имеет никакого значения. И вообще, мне нравится то, что М50 это, значит, такой дерзкий парень, который вообще плевать хотел, кто ты есть. Ты из 6, и у тебя там наклонная броня. Ну так толщина у нее низкая, а значит этот бронебойно-фугасный снаряд порвет ее просто в клочья, вместе с тем, что находится внутри танка. У нас помимо этого очень скромный боекомплект, и поэтому кумулятивы от и поэтому кумулятивы отпадают. Их можно было бы использовать, если бы было много снарядов. Но у нас всего лишь три возможности перезарядиться. То есть изначально заряжены 6 снарядов и еще два раза по 6. Итого 18 штук. Это для активного длительного боя на самом деле немного. И на хэш боеприпасах вы действительно сможете сделать там фрагов, наверное, под 10, если стрелять аккуратно. А вот на кумулятивах такое будет провернуть практически невозможно, если не сказать, что действительно невозможно. Можно. В общем, берем хэши и вперед. Помимо этого, у нас есть пулеметы. Пулемет пристрелочный в количестве 4 штук крупнокалиберный, но на самом деле, опять же, это бесполезно, ибо стреляют они жеванной бумагой. И есть один мелкокалиберный пулемет для того, чтобы можно было себе прорядить там кусты какие-нибудь, чтобы в них не стрелять. И, понятное дело, там заборчики, что-то из этой серии. Так что хорошо, что он здесь есть, иногда действительно помогает нам. Помимо этого, хотелось бы отметить, что как вообще стреляют эти орудия. Их 6 штук, и начинается все с левой стороны. Не забываем о том, что расположены они от машины, вообще вынесены, так скажем, за ее габариты. А это значит, что если вы стоите там рядом со стеной и видите противника, это далеко не означает, что вы можете по нему стрелять. Возможно, ваши орудия, которые сейчас будут вести огонь, смотрят в стену. Это стоит учитывать и изначально непривычно. Так вот, сначала стреляет левая сторона. Сначала верхнее орудие, потом то, что находится ниже и левее, и потом нижнее, а потом начинает также стрелять правая сторона. Этот порядок, вы, думаю, быстро запомните, и понятное дело, что каждый раз придется несколько менять прицеливание, поправку брать на то, как расположены эти самые пушки. В целом, довольно интересный геймплей получается и довольно результативный на самом деле. Орудие приятные для своего боевого рейтинга и им по сути без разницы, попали вы на 5-7 или на 7-7, вы везде сможете наносить серьезный урон и делать фраги. Причем на самом деле мне обидно за каких-нибудь ИСов четвертых, броня которых перед вот этой вот, ну простите, давайте назовем это плохой, абсолютно не имеет никакой роли, вы просто кладете им снаряд на ВЛД и делаете ваншот, например. Ну, понятно, да? Вот такие вот машины в игре появились. Что касается бронирования, то этот показатель мы, наверное, опустим уделили много времени пушкам, хорошо, пусть так и будет. А брони все равно здесь банально нет. Ее толщина 13 мм, этого хватает, чтобы взводить снаряды. При этом, даже если снаряд не взведется, то у нас всего лишь два члена экипажа, и, естественно, при любом попадании М50 умирает. Естественно, при пробитии куда-то в корпус. Иногда нам попадают по безоткатным пушкам, и, кстати, если попадают и ломают, то ломают все шесть сразу. Как бы это ни было забавно, но дамаг-модель у них общая, поэтому чинить придется с сразу все. Иногда это вводило в ступор, причем ломаются они без каких-то особых опознавательных, опять же, знаков звуковых сопровождений скрежета визга. Иногда просто я не замечал этого, пытался выкатиться на противника, стреляешь, стреляешь, в этот момент он тебе их выбивает, ты вроде продолжаешь стрелять, у тебя там еще было 4-5 снарядов там, а орудия перестают это делать, потому что одно из них было уничтожено, и как бы все считаются выбитыми. Так что следите за этим обязательно и подвижность. Я не могу сказать, что М50 это быстрая техника, сверхбыстрая. По сравнению с каким-нибудь Скорпионом или Т-92, М50 медленнее, но при этом он все еще достаточно подвижен. 145 лошадиных сил на 8,3 тонны массы, это порядка там 18 лошадиных сил на тонну в итоге получается. Передвигаемся мы немного быстрее средних танков, при этом быстро теряем скорость на поворотах. Максималка у нас 48, поэтому в целом для М50, конечно, хотелось бы видеть более высокие ограничения по скорости и более хорошую динамику, но что есть, то есть, к сожалению. Мы уступаем в скорости Скорпионом и с ружками также потягаться в ней, например, не сможем. Однако при этом такой подвижности абсолютно достаточно для занятия каких-то позиций и прибытия на передовую одним из первых и уже для спокойной встречи каких-нибудь средних и тяжелых танков из более-менее удобной позиции либо из той где они тебя еще банально не ждут увидеть такое происходит не всегда и несколько раз меня ловили на перекате потому что я не успевал надеясь на то что успею но тем не менее если действовать на м50 чуть аккуратнее чем на более быстрой технике типа там ру 251 и скорпионах то подвижность более чем удобоваримая. По итогу мы получаем технику с уникальным вооружением, которое нельзя считать плохим. Шесть пушек позволяют вам довольно быстро их разрядить и сделать много фрагов сразу. Помимо этого у них довольно нормальное время перезарядки в 14 секунд. Хорошие углы вертикальной наводки от минус 10 до 20 градусов и хорошие углы горизонтальной наводки. При этом скорость их наведения м -м, терпимая, но несколько раз были ситуации, когда мне не хватало ее особенно по вертикали. Помимо этого, у М50 нет брони и есть довольно неплохая подвижность, которую все-таки надо реализовывать с мозгами. На некоторые позиции проскочить этот танк не успевает, его ловят, а, естественно, снаряд, который прилетает в вас, делает очень бобо. А также не забывайте, что любые зенитки и даже крупнокалиберные пулеметы могут сделать из вас решето, поэтому обвешиваемся кустами и ныкаемся. И в этом случае М50 приносит много реально фана. Мой совет — действовать на дистанции где-то метров 500, ну, до 1000. Хоть эти орудия и имеют баллистику лучше, чем основные какие-то там фугасницы, но без откатки все еще сильно теряют скорость полета снаряда с расстояния, и после километра попадать ими будет крайне неудобно. А вот на ближней дистанции, на мой взгляд, самое то. Тем более, что если противник ошибется, у вас-то будет шанс выстрелить, а у него уже нет. На этом на сегодня буду заканчивать. Всем спасибо, что смотрели данное видео, а я пойду перить для вас новый контент. Есть небольшая новость для тех, кто досмотрел до конца: завтра я уезжаю в Минск, а это значит, что ролики будут выходить реже. Я сделал несколько роликов про запас, они будут выходить по таймеру, но я приеду обратно 2 числа. Поэтому регулярность выхода роликов будет немножко снижена. Ну и может быть, если кто-то проживает в Минске, то вполне есть возможность пересечься. На этом на сегодня точно все. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.